Представьте, вы обращаетесь к кому-то с просьбой и вам отказывают. Бывало с вами такое? А теперь ответьте на простой вопрос. Прямо сейчас, страдаете вы от того отказа или от десятков отказов? А может быть их было даже сотни или тысячи. Помните ли вы их все? Да, некоторые отказы болезненные, другие не так ощутимы. И тем не менее, вы не провалились сквозь землю и не сгорели со стыда, когда вам отказали. Вы пережили этот момент и двинулись дальше. А было ли в вашей жизни такое, когда люди соглашались с вами? Конечно, иначе быть не могло. А многие не помнят этого, потому что слишком сосредоточены на отказах. Отказы ⁇ это настолько естественная часть жизни, что порой сложно понять, почему им придают столько значения. После зимы наступает весна, после нет вы слышите ⁇ да ⁇ Самое главное ⁇ не отступать и не зацикливаться на неудачах. Вам нужно всего одно ⁇ да ⁇ идите к нему. И неважно, сколько отказов вы услышали, двигайтесь дальше. Не думайте об отказах, не ведите им счет. Вместо этого думайте о тех да, которые вы услышали. Особенно обращайте внимание на те да, которые были для вас неожиданные или по каким-то причинам были очень значимые для вас. Прямо сейчас вспомните 10 самых ценных да и запишите их так, чтобы в любой момент вы могли их прочитать. Так вы всегда сможете напомнить себе, что на самом деле вам сопутствует успех. Конечно, все мы знаем, что для того, чтобы не придавать значения отказам и идти дальше, нужна смелость. Смелость нужно постоянно развивать и поддерживать на высоком уровне. Для этого не только составьте список, о котором я вам рассказал, а выберите из нее самую впечатляющую историю и расскажите ее в комментарии к этому видео. Постоянно делайте то, что необходимо для развития тех качеств, которые ведут вас к успеху. Используйте любую возможность, чтобы стать настойчивее, решительнее и смелее. Именно так, благодаря простым упражнениям и небольшим, но ежедневным шагам, вы идете к вашему успеху.